Приветствую вас, мои дорогие друзья, в третьей части видео. Мы с вами вяжем летнюю панамку. Итак, мы с вами связали нужную нам глубину панамочки. И теперь будем вязать поля. У меня сейчас будет смена нити. Эту ниточку я обрежу. А в работу веду нить салатового цвета. И начнем вязание и будем считать первый ряд как номер один. Ведем крючок в столбик, в любой столбик, без накида. Кто меняет цвет нити, кто нет, тот продолжает вязание дальше. И провязываем 3 воздушные петли. Затем еще одна петля. Делаем накид и вяжем столбик без накида, из которого начали вязание. Столбик с одним накидом. Далее столбик без накида провязываем под цепочку из 3 воздушных петель. Снова вяжем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля и столбик с одним накидом. И повторим еще раз. Провязываем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля и столбик с одним накидом. Столбик без накида. Так как у нас поля идут с расширением, то здесь у нас будет расширение. И вы уже помните, мы расширяли следующим образом. Мы провязывали вилочку не из 2 столбиков с одним накидом, между ними воздушная петля, а из 3. Поэтому провязав 1, 2, 3 вилочки с 2 столбиками с одним накидом, следующий провязываем вилочку из 3 столбиков с одним накидом. 1 столбик, затем воздушная петля. 2 столбик с одним накидом, воздушная петля. И 3 столбик с одним накидом. Под цепочку из 3 воздушных петель провязываем столбик без накида. Итак, у нас 1, 2, 3, затем тройная вилочка. И так повторяем до конца кругового ряда. Вилочка из 2 столбиков с одним накидом. Первая, затем вторая вилочка из 2 столбиков с одним накидом. Третья. Один, два, три. И следующая вилочка у нас провязывается из 3 столбиков с одним накидом, между ними 1 воздушная петля. И так повторяем раппорт узора и провязываем до конца первый круговой ряд полей панамки. Заканчиваем вязать первый ряд полей панамки. Провязали вот мы вилочку из 3 столбиков с одним накидом, между ними воздушная петля, затем столбик без накида и присоединяемся в
третью воздушную петлю подъема в начале вязания ряда. Второй ряд. Провязываем под воздушную петлю между столбиками столбик без накида. Затем вяжем 3 воздушные петли, делаем накид и под эту же воздушную петлю, с которой мы начинали вязание, ввязываем еще 2 столбика с одним накидом. Столбик без накида провязываем далее вилочку между столбиками с одним накидом под воздушную петлю. Так, продолжаем вязание. Вяжем 3 воздушные петли, затем 2 столбика с одним накидом, столбик без накида. 3 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом. И вот у нас вилочка из 3 столбиков с одним накидом. Под воздушную петлю провязываем столбик без накида под первую. Между первым и вторым столбиком вывязываем затем еще 2 столбика с одним накидом. И следующий столбик без накида провязываем под воздушную петлю между вторым и третьим столбиком вилочки. И так продолжаем вязание. То есть провязываем расширение. И под каждую воздушную петлю между столбиками вяжем столбик без накида. И так продолжаем дальше вязание. У нас должно получиться с вами 40 таких вот зубчиков. Вяжем ряд до конца. Заканчиваем вязать второй ряд полей по наволочке, присоединившись первый провязанный столбик без накида в начале ряда соединительной петлей. Итак, проверяем, сколько у нас получается зубчиков. Их должно быть 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 и 40. Приступаем к вязанию третьего ряда полей панамки. Провязываем в начале ряда 3 воздушные петли, еще одна воздушная петля и столбик с одним накидом, провязанный в столбик без накида предыдущего ряда. Далее столбик без накида по цепочку из 3 воздушных петель. Далее раппорт узора повторяется. Провязываем в столбик без накида, столбик с одним накидом, воздушная петля и столбик с одним накидом. Столбик без накида по цепочку из 3 воздушных петель. Так, вяжем третий ряд полей панамочки до конца. Довязали третий ряд полей панамочки до конца. Вот у нас последняя 40-я вилочка. И мы присоединяемся в третью воздушную петлю. Вот у нас 1, 2, 3. Соединительной петлей. Итак, третий ряд у нас провязан. Переходим к вязанию четвертого ряда. Провязываем столбик без накида между столбиками с одним накидом предыдущего ряда под воздушную петлю. Далее вяжем 3 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. Столбик без накида провязываем в следующую вилочку под воздушную петлю между столбиками. И повторяем вязание. 3 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом,
И снова столбик без накида под воздушную петлю между столбиками без накида, с одним накидом предыдущего ряда. И так вяжем четвертый ряд до конца. Заканчиваем вязать четвертый круговой ряд полей панамы. Провязали 40-й зубчик и присоединяемся в первый провязанный столбик без накида в начале ряда. Присоединяемся соединительной петлей. Пятый круговой ряд. В пятом ряду у нас расширение. Будем провязывать 4 вилочки по 2 столбика с одним накидом. И пятая вилочка у нас будет вязаться из 3 столбиков с одним накидом. Между ними 1 воздушная петля. Так, провязываем пятый ряд. В начале ряда вяжется 3 воздушные петли. Это столбик с одним накидом. И еще 1 воздушная петля. Затем столбик без накида, из которого мы начинали вязание, провязываем столбик с одним накидом. Далее вяжется столбик без накида под 3 воздушные петли. И переходим к вязанию второй вилочки. Столбик с одним накидом, воздушная петля и столбик с одним накидом. Столбик без накида под цепочку из 3 воздушных петель. Повторяем третий раз, провязываем столбик с одним накидом, воздушная петля и столбик с одним накидом. Столбик без накида под 3 воздушные петли предыдущего ряда. И повторим четвертый раз, провязываем столбик с одним накидом, воздушная петля и столбик с одним накидом. Столбик без накида под 3 воздушные петли предыдущего ряда. Итак, у нас связано с вами 1, 2, 3, 4 вилочки. Пятая вилочка у нас из 3 столбиков с одним накидом. Провязываем первый столбик, воздушная петля, второй столбик с одним накидом, воздушная петля и третий столбик с одним накидом. Под цепочку из 3 воздушных петель предыдущего ряда столбик без накида. Так будем повторять до конца ряда. 1, 2, 3, 4. Затем вилочка из 3 столбиков с одним накидом. И далее 1, 2, 3, 4. И вилочка из 3 столбиков с одним накидом. Продолжаем вязание и вяжем до конца ряда. Довязываем 5 ряд полей панамочки до конца. Вот мы провязали вилочку из 3 столбиков с одним накидом. Между ними воздушная петля. Столбик без накида под воздушную петельку. И присоединение в 3 воздушную петлю, провязанную в начале ряда. Итак, 5 ряд окончен. И в предыдущей панамочке у меня поля связаны. Вот у нас 10 рядов. Сейчас связаны 5 рядов полей. И следующие 5 я вязала другим цветом нити. В этой панамочке я провяжу поля одним цветом. Шестой ряд. Провязываем под воздушную петлю столбик без накида. Затем вяжем 3 воздушные петли. И 2 столбика с одним накидом вяжем также под воздушную петлю предыдущего ряда. Затем столбик без накида в следующую вилочку, состоящую из 2 столбиков с одним накидом и воздушной петлей. 3 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом. Столбик без накида. Это у нас уже вот 1, 2, сейчас будет 3 вилочка, на которой мы будем провязывать зубчики. Столбик без накида.
И вот у нас вилочка из трех столбиков. Не пропускайте, пожалуйста, от этого зависит расширение. Вот, вот эти воздушные петельки, под них нужно провязывать столбики без накида. Так, сейчас у нас получается 4 зубчика и 2 зубчика у нас вяжется вот над вилочкой из 3 столбиков с одним накидом. Вот первый у нас зубчик над ними. И вот еще вторая воздушная петля. Провязываем столбик без накида и зубчик. Так, повторяем и вяжем ряд до конца. Довязываем до конца 6-й круговой ряд, присоединившись столбик без накида, провязанный в начале ряда. И давайте проверим, сколько зубчиков у нас сейчас должно быть. 48. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 и 48. Я не ошиблась и надеюсь, вы тоже. И теперь приступим к вязанию 7-го кругового ряда. В начале ряда провязываем 3 воздушные петли и еще 1 воздушная петля. Затем накид и вяжем в столбик без накида, с которого начали вязание ряда, столбик с одним накидом. Далее под воздушную, под цепочку из 3 воздушных петель провязываем столбик без накида. Раппорт узора повторяется, провязываем столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом, столбик без накида по цепочку из 3 воздушных петель предыдущего ряда. Так вяжем 7-й круговой ряд до конца. Довязали 7-й круговой ряд до конца. Присоединяемся в конце ряда в 3-ю воздушную петлю подъема. 8-й ряд. Провязываем столбик без накида под воздушную петлю между столбиками с одним накидом предыдущего ряда. Далее вяжем 3 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. Столбик без накида провязываем под воздушную петлю между столбиками с одним накидом предыдущего ряда. Повторяем раппорт узора. 3 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом, столбик без накида под воздушную петлю предыдущего ряда. И так повторяем, вяжем до конца ряда. Заканчиваем вязание 8-го кругового ряда, присоединившись соединительной петлей в первый провязанный столбик без накида. 9-й ряд. Провязываем 3 воздушные петли подъема и еще 1 воздушная петля. Затем делаем накид и в столбик без накида, из которого начинали вязать 9-й ряд, провязываем столбик с одним накидом. Столбик без накида провязываем по цепочку из 3 воздушных петель. Снова накид, столбик без накида предыдущего ряда, вводим крючок, провязываем столбик с одним накидом, воздушная петля и еще один столбик с одним накидом. Столбик без накида по цепочку из 3 воздушных петель. Так повторяем раппорт узора 9 ряда и вяжем ряд до конца. Провязали 9 ряд до конца и присоединяемся в 3 воздушную петлю подъема с соединительной петлей.
Девятый ряд окончен. И здесь я вам хочу сказать, что если кто хочет сделать поля такими, как у шляпки, то сейчас как раз можно вставить ригелин. Как вставляется ригелин, я думаю, вы знаете. Но тогда ряд будет обвязываться просто столбиками без накида и прокладываться ригелин. В моем же случае это панамка, и поля у меня более мягкие. Поэтому провязываем, кто без ригелина, провязываем еще один ряд. И следующий ряд у нас с зубчиками. Вяжем столбик без накида, затем 3 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. Столбик без накида под воздушную петлю между столбиками с одним накидом предыдущего ряда. И далее 3 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. Столбик без накида под воздушную петлю. Так повторяем раппорт узора и вяжем до конца ряда. И довязываем 10 ряд полей панамочки до конца, присоединившись столбик без накида в начале вязания. Ниточку обрезаем и аккуратно заправляем ее на изнаночную сторону. Ну, вот такая панамочка получилась. Давайте сравним. Сейчас поднять немножко, чтобы виднее было. Вот, смотрите, это панамочка, которая вязалась мною. Вот она такого размера, это чуть поменьше. Панамочка, связанная крючком 3 мм. Эта панамочка связана крючком 2 мм. Ну, а вообще зависит все от почерка вязания. Есть вяжут более туго, есть более свободно. Поэтому нужно подбирать под свой крючок нить, и все будет удачно получаться. Я с вами на этом прощаюсь. Желаю вам всего самого наилучшего. Берегите себя и своих близких. До свидания, до скорой встречи.